находился в положении вне игры. Сначала Санагу отдал пяткой на Санти Касорло, потом сам открылся и между ног Роману Вайденфеллеру мяч отправил, но действительно он был в офсайде. Оливье Жиру не заявлен у Арсенала пока на Лигу Чемпионов, хоть он и восстановился от травмы, но вот в его отсутствие Яя Санагу забивает, и не только он. Второй мяч в этом матче отправил в чужие ворота Алексис Санчес. До этого был еще вот такой потрясающий удар Оксфилда Чемберлина в перекладину. У Боруссии было тоже немало шансов, но на этот раз, в отличие от предыдущих игр в Лиге Чемпионов, команде не везло. И Боруссия за этот матч, кстати, пропустила в два раза больше, чем за предыдущие четыре. А вот гол Алексиса Санчеса, шикарнейший удар под самую штангу. 2-0. И здесь Арсенал тоже выходит в плей-офф. Правда, он пока остается на втором месте. Будет шанс еще